Я хочу попеть классику бардовской песни. Здравствуйте. Эко вас пришкандобило. Что-что? Эко вас пришкандобило. Пришкандобило так, что мама моя. Великий бард всех времен. Привет. Кто? Ленька, да. Ну, не Леня, а Лео. Леонард Коэн. В переводе великолепного. Да, вот вы знаете о том, что в России появился гений. Появился в Казани поэт. Ну, точнее, он давно был, но сейчас он как-то набирает прям его песни, его переводы, его стихи набирают прям все новые и новые обороты. Зовут этого поэта Алексей Гомосков. Он переводчик, не перевозчик. Не удалась сейчас шутка, да? Перевозит слова с одного берега моря на другой. Круто. Да. Смотри, удалось. Ну, вы слышали эту песню? В ночном небе звучал хорал, Давид играл, Господь внимал, и оба улыбались, торжествуя. Все было так, услышь, очнись, полтона вниз и снова ввысь, блаженный царь слагает аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Кто в вере тверд, наград не ждет, но вышла дева из пенных вод, и через миг сомлев от поцелуя, ты вогнан в мелкий мир обид, твой лоб обрит, твой трон разбит, из губ твоих сорвалась аллилуйя, 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 аллилуйя. Сюжет знаком, сухим от страсти языком, как прежде о любви тебя пою я. Поищись так же на вратах, но дом мой обратился в прах. Все погибло, все разбито. Тогда не мёл, не поминая суля. Ты жрёшься, веришь, так плоть в плоть, чтоб души наши грел Господь, чтоб каждый вздох звучал как... Аллилуйя.
я вам не рассказывал, был у меня квартирник где-то